Борис Заволок, Санкт-Петербург, Приволжский федеральный округ. Готовятся дороги и зимовые. Григорян Варман одержал победу на четвертом татами юного федерального округа. Живой фастон Приволжского федерального округа братьев Антон и Юрий федерального округа превращается в татами номер 4. На татами 2 победу одержал Белалов Нияз, Приволжский федеральный округ. Татами 2 приглашаются женщины весовой категории до 52 килограмм. Поликарпова Анастасия, Москва. Васильченко Виктория, Уральский федеральный округ. Приготовиться. Нефедова, Цыганкова. Тут не один победу одержал Алфред Девритар, Уральского федерального округа. Курбанов, Аслан, Северокавказский федеральный округ. Божа Юрий, Центральный федеральный округ. Уральский федеральный округ. Готовится Аганисян, Морсанов. Татами 3 победила Бориса Володка, Санкт-Петербург, Приволжский федеральный округ.